Добрейшего вечерочка, ребят. Сегодня пробуем King Thai Beef Pho. Фобо, короче, должно получиться. На самом деле выглядит очень красиво. А залил я туда просто порошок. Получается порошковано. Оп. Обычная лапша. Разводки. Сейчас будем пробовать. Выглядит на картинке на самом деле очень вкусно. Возьму самокатовского. Фобо. Короче, по первым впечатлениям, это обычная лапша. Что там от фобо вообще ничего нет. Попробую читаганом. Вроде отдаленный вкус какой-то есть. Очень-очень отдаленный. Вкусно. С кем-то? С камерой. Кушаю фобо. Я тебе не мешаю? Нет. Как тебе фобо? Фобо очень вкусно. Хочешь ложечку? Да. Но я больше люблю лапшу. Лапша обычная, яичневая. На маленькую. Что, есть что-то фобо? Нет. Ну, кстати, вкусный. Вкусный, да. Вкусный, да. Ну, знаешь, мне кажется, вот обычная лапша... Не, правда вкусный. Вот такой. Бульон. Я уже показал. Не, бульон нормальный, да, вообще? Да, вкусный, правда. Кстати, по цене она тоже очень недорогая, до 50 рублей. Дожили, да, что у нас 50 рублей стоит ключ пакет? Дай попробую лапшу. Держи. На самом деле, очень дорого. А лапша обычная, прям. Вот бульончик смачный получился. Ой. Яичная, да, обычно? Кстати, ребят, так что вот берите вот эту, еще раз покажу. Вот так он выглядит. Я его заказывал то ли в самокате, то ли в пятерочке. Не реклама. Да, не реклама. Очень вкусный. А, в самокате я его заказывал, да. Решил попробовать новиночку. Самокат классная вещь, да? Угу. Приезжает быстрее, чем... Деньги списываются. Чайник скрипел. Не, они реально, сколько, 15 минут приезжают, почти плюс-минус, как чайник закипает. Да? Очень удобно. Ночка, конечно, не буря, там не аномалия. Че, болты отлетели уже? Все списаны. А, ну это дочка. Вкуснота. Я бы, кстати, поела настоящий футбол. Вкусный. Я, кстати, тоже думал заехать к этим. Угу. В эту? Олимпик? В Олимпик, да. А, у них прям вообще, да. Не булочку вот эту пареную тоже. Кстати, она прилично стоит. 150? Ну, 200 рублей, наверное. 180 рублей. Ну, можно будет как-нибудь заехать вечерком. Ну, скидок нет вечером. Все так же, где цена. А фугой не помню, сколько там. Там от порции зависит. Там есть большая и средняя, ну да, и поменьше. Мне средней хватает. Ну большая, там пол-литра, или 600 миллилитров. А, подожди, 800. На уши огромная чашка. Огромная чашка. Надо как-нибудь доехать, ну. Я посмотреть, может, в городе еще где открылось. Угу. Они открываются с такой скоростью. Да и закрываются. И закрываются. Ну, кстати, тоже какой-то винлаб какой-то. Ну, не винлаб, как тоже там. Бар был, вина у них было много. Сейчас вот я в Телеграме был подписан. Да, тоже закрываются, вина продают. Да, винничий тоже был какой-то, я не помню. А потом ты можешь показывать котики, мотики, что-то? Угу, я не знаю, закрылись или нет. Ну а что?
Ну, не открывается, у них аренда сразу 1200 прилипает, если не свое помещение. Ну, сколько минимум? Это еще зарплату надо платить. Сколько уже нужно зарабатывать в месяц? Зарплаты поварам, официантам. Миллион. Чистыми? Грязными миллион надо зарабатывать. Ну, это же, на зарплату. Это же оборот будет. Ну да. Я не знаю, мне кажется, там полгода, год точно минус надо работать. Пока свою клиентуру наберешь. У нас кафе было, вспомни. Ну, кажется, оно только сейчас бы пошло. Угу. Ну, на своем месте. Ну, хотя, Юр, если ты сделал бы тут какое-нибудь, ну, такое место, то... Ну, хотя, с другой стороны, вот ты поел, и куда идти, тебе некуда идти, не прогуляться, ничего, да? Как на набережную, например. Ну, да. Чем хорошо та же... Там, крем-кафе, в Разе. Поел, на вышел на набережную. Вышел, шикарно, блядь. А, кстати, на набережную тут Дедали есть. Я что-то не слышал. Говорят, что Шаурми, ты где-то там написал Фобо, Вок, Мок. Там что же есть, кстати. Надо будет заехать. Комсомольскую набережную, кстати, скоро доделают. Я видел, ты видел проект, макет проекта? Классный. Вообще. Москва Сити. Короче, очень вкусно, ребят, советую. На свете.